Да очнись ты уже. Сколько можно играть в безответную любовь? Спасибо за статью. Ты что, не видишь, что его интересуют совершенно другие барышни? Эта журналистка все время на тебя поглядывает. Уж не влюблена ли она? Машка, она слишком умна для этого и молода. Машка, тебе просили передать. Мне? Ты что, не знаешь, кто такой Комаров? Нет. Владелец корпорации «Манна». Холст, богат. Не упусти свой шанс, подруга. Машка, ты сорвала джекпот. Ну что еще нужно для полного счастья? Прилетели. Димыч, я замуж выхожу. Дорогие Мария и Юрий, объявляю вас мужем и женой. Постойте. Мне нужно. Мне нужно восстановить утраченный портрет женщины, на которую вы очень похожи. Прошу приветствовать. Лев Катунин. Он убил мою мать. Ему хватило наглости изобразить вот это. Маша, я хочу, чтобы ты сделала о нем очерк. У них такая любовь была. И вдруг Катунин убивает свою жену. Ну, во-первых, он свое отсидел и искупил, так сказать. Во-вторых, я не верю в то, что Левка мог убить Анну. Следствие было проведено крайне небрежно. Прямых улик не было, это правда. Ты забыла, он убил мою мать. А что, если это не так? Что, если тогда следствие ошиблось? Будьте осторожны. Вам грозит опасность. А ведь он и тебя убьет. Сколько тебя еще надо убить?